Конечно, до летающих авто нам пока далековато, но вот производство обычных в стране заметно увеличивается. В этом году в Костанайской области выпустят 8500 автомобилей. Об этом на брифинге СЦК рассказал аким региона Нуралы Садуакасов. Отмечу, что еще 3 года назад на местном заводе выпускали всего 900 машин в год, а уже в этом Агромаш Холдинг возьмется за выпуск новых легковых автомобилей китайских марок «Джили» и «Джек». Из ворот завода ежедневно выходит порядка 20 автомобилей, таких известных моделей, как «Саньонг», «Пежо», «Ивека», «Хюндай» и «Тойота». В ближайшее время этот модельный ряд может существенно пополниться автомобилями китайских брендов «Джили» и «Джек». За 3 года доля области по производству автомобилей в республике увеличилась до 15,5%. В ближайшее время мы рассчитываем ее существенно увеличить.